Здорово, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал Чайна Гаджетс, и сегодня у нас на распаковке и промывке костей очередная горячая новиночка, на этот раз от компании Дуги. И, ребятушки, это самый настоящий топовый флагманский заряженный девайс, потому что он получил 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигов накопитель, 2K AMOLED-дисплей от компании Samsung, тут есть NFC, большая батарейка, чувствуете, AMOLED-дисплей плюс большая батарейка, это очень большущий плюс в целом для автономности девайса. Также смартфончик получил у нас камеры, насколько я помню, от компании Samsung, на 64 мегапикселя, там еще 20-мегапиксельный модуль для ночной съемки, в целом еще вполне себе производительное железо у нас тут, это 5G смартфон, тут Dimensity стоит, все по фэншую, так что в целом есть очень неплохой задел под смартфон мечты для людей, которые ведут активный образ жизни. В целом пока что на бумаге все очень и очень позитивно. Что касается стоимости, то пока что точно сказать цену его не могу, потому что он стартует в продаже 21 февраля, разумеется, по ссылочкам в описании, там уже по идее должна быть точно окончательная цена на данный аппарат. В общем, переходите, смотрите, ознакомьтесь, но ребята обещали максимально гуманную цену на свой топовый флагманский смартфон. Моделька называется Dugi V20. Ну и, ребятушки, давайте-ка знакомиться и смотреть, на что же способен этот топовый флагман от компании Dugi. Так, в целом упаковочка у нас довольно минималистичная, такая черная коробка, переливающийся логотип Dugi, название модели, ну и все, больше тут ничего такого интересного дополнительного нет. На задней стороне у нас указан цвет, по идее это черный, и, собственно, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 накопитель. Мне кажется, там еще и слот под карточку памяти просто обязан быть. Ладно, давайте-ка распаковывать и смотреть на героя вживую. Опа! Так, это сюда. Ну и первым делом нас встречает вот такой вот полный комплект, так сказать, все перед глазами прямиком и сразу. Итак, это что за зубная щетка? А, не, ребят, это по всей видимости вот такая вот небольшая лопатка. Она сделана с целью того, чтобы подковырнуть сим-слот. То есть он никак не прикручен, там ничем, ну, наверное, есть какие-то дополнительные заглушки, но есть такая лопатка, при помощи которой, ну, в других смартфонах я именно для этих целей ее и видел. Так, следом у нас есть OTG кабель, вот он, можно подключить флешечку или какой-нибудь там USB модем даже прихимичить к данному устройству, ну, если нужно. В общем, для любых целей, для подключения жестких и, так сказать, съемных накопителей. Так, следом у нас идет USB-C, USB-C кабель. Довольно интересное такое нововведение, не во всех устройствах увидишь. Насколько это удобно, конечно, спорный вариант, потому что, ну, мне кажется, лучше, когда классический USB на USB-C. Так, ух ты, какой здоровенный блок зарядного устройства. У нас следом идет, кстати, без логотипчиков, ничего такого дополнительного. А нет, вот тут все написано. Он у нас на 33 ватта, то есть смартфон поддерживает быструю зарядку. Это немаловажный, так сказать, показатель для смартфона именно выживальщика, у которого большая батарея, обычно ставят 18 ватт. Ну, это прям максимум для таких устройств, и они заряжаются все равно часа 3, а то и 4. Это должен заряжаться намного быстрее. Ну и, разумеется, наш сегодняшний герой. Пока что сохраним интригу, потому что у него есть еще одна очень интересная фишка, которая многим должна понравиться и отсылает нас к одному очень крутому дорогому флагману. Итак, следом, что это у нас такое интересное? Изобразили молотки какие-то. А, это у нас пленка или стекло. Не пойму, как будто бы стекляшка, но она гнется. Не, по всей видимости, это, ну, в общем, какая-то защита на дисплей. Так, и далее идет гарантийная карточка и руководство пользователя мультиязычное. И вот такая вот штуковина. Это у нас две салфеточки, собственно, для того, чтобы мы поклеили эту защиту на дисплей смартфона. Так, что ж, ребятки, все, больше тут ничего такого дополнительного интересного нет. Да, наушников в комплекте поставки нет, хотя этим уже далеко давно никого не удивить. Но в целом, вроде как, комплект вполне себе адекватный. Есть все, что нужно. Ладно, давайте-ка я все это поубираю, раскидаю по сторонам, и мы перейдем к более детальному ознакомлению с экстерьером. Погодите-ка, тут все наклею. Заморочились прям, как топ АА бренды. Так, ну и вот он, наш сегодняшний герой. И тут еще куча всевозможных наклеек. Кстати, вот, вот оно, что мне было максимально интересно в этом смартфоне. У нас тут еще есть сзади дополнительный дисплей. Во как. Ладно, в общем, давайте-ка я все это дело, да, уберу, расчехлю нашего сегодняшнего героя, и мы ознакомимся более детально с экстерьером, так сказать, Dugi V20.
На лицевой стороне нашего сегодняшнего героя находится максимально трендовое отверстие для глазка фронтальной камеры прямиком в дисплее. Далее сверху у нас идет разговорный динамик и датчики. Ну и, собственно, сам дисплей с диагональю в 6,43 дюйма. Справа у нас находятся две клавиши регулировки громкости, кстати, довольно необычно обыгранные в виде кругляков, кстати, еще и с гравировкой. Ну и снизу кнопка включения, встроенным прямиком в нее сканером отпечатков пальцев. На левом же торце у нас находится еще одна дополнительная программируемая клавиша, кстати, тоже шероховатая, ну и, собственно, можно сказать, классический комбинированный слот. Сюда можно поставить либо две нано-сим-карты, либо одну нано-сим-карту и карточку памяти, но учитывая то, что в смартфоне 256 гигов, я думаю, ну, большущая надобность в карточке памяти, если честно, отпадает. Ну, лично у меня. Сверху, кстати, ничего нет. На нижнем же торце, в свою очередь, у нас находится прорезь динамика громкоговорителя, резиновая дверца, под которой у нас находится USB-C разъем, ну и следом микрофон. Ну и на тыльной стороне этого настоящего брутального монстра находится вот такой вот здоровенный блок, в недрах которого, в свою очередь, у нас расположились три датчика. Далее идет вспышка, состоящая, кстати, из четырех диодов, довольно-таки здоровая матерая, дополнительный направленный микрофон, кстати, надпись 64 АИ мегапикселя камера и, собственно, вот этот вот маленький дисплей с диагональю в 1,5 дюйма. Далее у нас идет, конечно же, логотип компании Dugi, и тут еще были наклейки с пометками, одна из которых говорит о том, что в смартфоне есть NFC, и, собственно, где именно находится этот модуль, он располагается чуть-чуть выше по центру. Ну и, собственно, еще одна меточка говорит о том нам, то, что смартфон у нас еще имеет и беспроводную зарядку. Итак, дорогие друзья, с внешкой этого красавца мы разобрались. В целом смартфончик смотрится действительно свежо, опять же с учетом того, что это у нас броневик защищенный, он не такой толст, так может показаться на первый взгляд, его вполне удобно опять же держать в руках, с учетом вот этих вот покатых граней металлических вставок, которые не впиваются в руку, но при этом не дают смартфону скользить или как-то падать из ваших рук постоянно. Ну и вот это вот решение, отсылающее нас, кстати, ну лично меня, Xiaomi 11 Ultra с вот этим вот дополнительным экранчиком. Вот интересен мне его функционал. Если тут можно снимать на основную камеру и видеть, ну, использовать дополнительный экранчик как глазок видеоискателя, то это прям большущий булыжник компании Xiaomi, так сказать, привет компании Xiaomi, которые до сих пор в 11 Ultra не ввезли очень важную, ну, лично для меня функцию. Все-таки снимать так намного приятнее, удобнее, как ты себя видишь даже на этом маленьком экране. Чтобы ты, ну, когда снимаешь, там не терялся в кадре, ты видишь свою голову, там примерно очертания, и уже хорошо, то есть не снимаешь там свой, так сказать, лоб или рот, и, в общем, чтобы ловить себя в кадре. Что еще хочу отметить, то, что вот эта вот задняя крышечка у нас выполнена под карбон, я не уверен, что это, ну, это не карбон, скорее всего, потому что он имеет soft-touch напыление, я не чувствую какую-то там вот эту вот рифленость, положенную карбоновому вот этому плетению. Ну и в целом смартфончик смотрится довольно-таки прикольно, свежо, среди, опять же, подобного рода устройств он уж точно бросается в глаза за счет вот этого дополнительного экранчика. Ну и что ж, ребятки, давайте-ка посравним его плюс-минус с устройствами, которые у меня сейчас есть, ну и чтобы вы поняли его массы, габариты, я возьму, конечно же, Poco X3 Pro, я думаю, Poco X3 Pro многие мои зрители держали в руках, ну и вот так вот он в соотношении к нашему сегодняшнему герою. Dugi будет, конечно же, потолще, побольше по всем фронтам, наверное, ну да, по длине, по ширине, толщине он, конечно, будет побольше. Но если вы думаете, что вот эта вот здоровенная лопата огроменная, то вы глубоко заблуждаетесь, у меня еще есть вот такой вот монстр от компании Oukitel. Вот уже чувствуете, примерно такая же разница, как только что была между Poco и Dugi. И теперь Oukitel и Dugi. Это танк, смотрите, наверное, в два раза толще будет. Но в целом, так сказать, я думаю, каждый найдет для себя то, что ему нравится. Кто-то любит вот такие вот здоровяки, кто-то любит более утонченные обычные девайсы по типу Poco. Я Poco назвал утонченным девайсом, офигеть, дожился. Ну и Dugi — это такой вот середняк, я бы сказал, удачная комбинация между обычными смартфонами и вот этими вот тяжеловесными броневиками. То есть, в принципе, он не выглядит как какой-то гигантский монстр, но в то же время он обладает вот этими всеми характеристиками защищенных устройств. То есть погружение под воду до полутора
метров, падение с высоты до 1,5 метров, также эксплуатация в жару до 50, если мне не изменяет память, градусов, он должен сохранять полную работоспособность, а также до минус 30, ну и вроде как даже ниже по стандарту, он тоже должен работать как часы, никаких проблем быть не должно с аппаратом. Ладно, в общем, давайте-ка запустим. А, перед тем, как запуститься, хотел обратить внимание, ребятки, вот смотрите, видите, вот 2D. 2,5D, это у нас стекляшка поклеена, то есть прямиком из коробки идет не пленка, как у многих, а стекло, это бронестекло поклеено прямиком с завода. Ладно, в общем, запускаемся, прохожу все необходимые быстрые настройки, и мы продолжаем. И вуаля, дорогие друзья, наш сегодняшний герой запустился, и, собственно, пока что ничего такого подозрительного за ним не замечено. В целом, оболочка работает довольно шустро, я уже немножко покрутил ее в руках, посмотрел. В целом, она очень и очень похожа на стоковый Android, что ей, разумеется, и плюс. Ну и еще к плюсу могу отнести то, что тут по минимуму всевозможного софта установлено, то есть какие-то там игровая зона своя, детский режим, там полезные мелочи, которые, возможно, пригодятся в быту. Это, например, компас, фонарик. Кстати, фонарик давайте-ка проверим, потому что тут у нас, да, ух ты, елки-палки, блин, вот спасибо моим зонтам, которые пытаются приглушить этот свет, но очень яркий у нас тут фонарик, конечно же, ну, все-таки там 4 диода используются. Так, ну, тут, по всей видимости, SOS, всякая морзянка будет еще использоваться дополнительно, транспортир, шагомер, тревожный звонок и так далее, лупа, ну, в общем, стандартный такой набор центра безопасности, ну, и все, больше ничего такого я дополнительного тут рекламного не вижу, есть Google сервисы прямиком из коробки, как я уже сказал, смартфончик у нас имеет NFC, вот он модуль, также девайс у нас сертифицирован компанией Google, так что с бесконтактной оплатой проблем быть не должно от слова совсем. Ну и еще хочу отметить, ребят, это, конечно, его дисплей. Производитель написал то, что дисплей тут 2K, но по сути это Full HD+, 2400 на 1080 точек. Но самое главное, что не свойственно подобным устройствам, во-первых, он AMOLED, это раз. Во-вторых, он тут, ребят, дичайшим образом очень и очень и очень яркий. Офигеть просто. То есть сейчас мы перейдем на какой-нибудь более-менее белый фон, и я просто ужас. Очень яркий дисплей, то есть, в принципе, днем, даже летом, под прямыми лучами солнечными, текст будет оставаться читаемым однозначно. Это один из ярчайших дисплеев на подобных танках. Вот настолько яркого дисплея я еще уж точно не видел. Так, давайте-ка прикрутим на минимум. И, кстати, минималочка. Вот минималочку хотелось бы, конечно, поменьше, но все-таки более-менее комфортно должно быть. Ну и оставим, наверное, примерно вот так вот, чтобы сильно никого не слепить. Я думаю, сейчас будет более-менее комфортно. Опять же, пытаюсь углядеть на дисплее своей камеры. Да, вроде как адекватно. Ну и в целом дисплейчик, опять же, 60-герцовый. Ничего такого заоблачного тут нет. К плюсу могу, опять же, отнести довольно компактный глазок фронтальной камеры. Обычно он такой вот здоровенный у подобных девайсов. Либо вообще вырез используется. Есть дополнительные помощники. Задний дисплей. Так, он включен? Пока не включен. Настройки, 30 секунд. Так, стили заднего дисплея тут настраиваются. Немного, опять же, похожа вот эта настройка, которая используется в ультре. Можно поставить время, вызовы, звонки и так далее. Вот входящие вызовы, вот один из стилей можно применить, какой вам хочется. Музыкой управлять на заднем дисплее. Но как видеоискатель я пока что не вижу, чтобы он работал. Сейчас мы применим, посмотрим. Так, все готово, дисплейчик работает. Если Xiaomi у нас использует дисплей от Mi Band 5 поколения, тут же, честно говоря, я не знаю, какой дисплей используется, но в целом он тоже довольно-таки яркий и под различными углами вроде как и не сильно инвертирует, так что в целом дисплейчик тоже используется достойно. Опять же, кому нужно подобное решение. Дополнительный такой функционал в устройстве присутствует. Что касается вот этой боковой кнопки, то тоже заходил в настройки. Так, панель навигации. Это вот тут можно поменять клавиши местами. В общем, кстати, по поводу кастомизации, блин, мне кажется, слишком ярко. Очень яркий дисплей, я, наверное, уже 1000 раз это говорил. Да блин, я сейчас вообще яркость уберу совсем в ноль. Вот так пусть будет. В общем, в плане кастомизации не только перемещение клавиш, там цвет фона, вообще очень много всего они подобавили сюда. Вот простой пароль, это на самом деле, ну, небольшая такая ошибочка в переводе, это управление вот этой дополнительной клавишей. Один клик можно поставить вот эти приложения, или которые мы загрузим вот в сам смартфон, любое приложение, хотите хоть PUBG сюда поставьте. Вот, на одно
нажатие, двойное нажатие тоже ставим, любое из приложений. То есть, в принципе, на эту кнопку можно повесить не одно приложение по вашему вкусу, а сразу три. То есть для их активации нужно будет либо один раз нажать, либо два, либо три. Так, собственно, в целом, опять же, интерфейс вполне себе адекватный, вроде как работает, ничего не лагает. Ну, тут вообще-то используется Dimensity 700, и так что, я думаю, никаких проблем уж точно быть не должно. Ладно, ребятушки, давайте-ка мы, наверное, сейчас посмотрим, что у нас тут по системе. Так, не сюда, о телефоне. И у нас тут выходит Dougie V20, 11-й Android идет прямиком из коробки. Напомню, версия на 8 гигабайт оперативной памяти и 256 накопителей, с которых пользователю, я сейчас подключался к компьютеру, пользователю тут доступно, ребят, 248 гигов. Просто офигеть. Я не знаю, чем на таком смартфоне их вообще можно забить. Ладно, в общем, сейчас ставим Antutu и смотрим, что же он нам покажет по попугайчикам. Ну и в Antutu 9 версии наш сегодняшний герой набирает по результатам 5 прогонов 352 044 очка. Ну а так результаты скакали от 348 тысяч было по минимуму до 361 тысяч, вот так было по максимуму. То есть в целом это получается такой вот усредненный результат, что опять же вполне себе неплохо для Dimensity 700. Ну и в принципе вы видите, на какие числа, так сказать, результаты теста похожи. Похожи они на тот же Dimensity 810, на Helio G95, G96, все эти процессоры плюс-минус очень и очень похожи. Единственное, некоторые без поддержки 5G сетей, ну а в нашем случае с поддержкой еще и 5G сетей. Ну и чтобы не быть голословным, давайте-ка сравним с плюс-минус девайсами с похожими чипами. Итак, ну хотя давайте-ка начнем снизу. Это у нас Helio G88 и Redmi 10. Аппарат, конечно, не самый дешевый тоже, но он набирает всего лишь 222 тысячи очков. Напомню, Helio G88 и Redmi 10 против Dougie V20 и Dimensity 700. Так, ну и получается единственное, что у Redmi, конечно, 4 гигабайта оперативной памяти, тут 8, и за счет этого Redmi, к сожалению, из-за того, что ему не хватает оперативной памяти, в тесте Antutu 9 версии он не может пройти все необходимые графические тесты, поэтому примерно 20 тысяч очков он теряет по дороге теста. А получается, их можно было прибавить к графике, и ну все равно в районе 250 он бы набирал, это сильно большой погоды не делает, так что отставание идет по всем фронтам у G88. Итак, давайте-ка возьмем Poco M4 Pro 5G, и тут у нас уже Dimensity 810 против Dimensity 700, но по факту у нас разница на уровне погрешности, потому что, опять же, Dougie набирал 361 тысячу очков, и это вот ну плюс-минус то же самое. А по процессорной части немножко вперед ушел 810, по графике вообще паритет, по памяти тоже паритет, ну и по UX на уровне погрешности вычислений. То есть, как я и говорил, вот эти все чипы, они все плюс-минус братья. На канале уже есть большой, детальный, подробный игротест с FPS, нагревом и тротлингом Poco M4 Pro, где он показал себя как такой крепкий средняк. То есть, поиграть тут можно вполне себе с комфортом. А значит, что и на нашем герое поиграть тоже можно будет точно так же комфортно. Единственное, что 90 Гц, а тут 60. Зато везде будет упор в 60 Гц. Так, ну и давайте-ка еще G96 возьмем из Realme 8i, но тут опять же из-за того, что 4 гигабайта оперативной памяти, он не может пройти некоторые графические тесты, набирает 313 тысяч очков в среднем, хотя в принципе он должен в районе 350 также набирать. Ну и видим то, что по процессорной части, кстати, 700 немножко вырвался вперед, по памяти, по UX, ну и по графике, разумеется. Так, в целом, опять же, повторюсь, то, что поиграть тут можно в некоторые игры на низко-средних настройках графики с комфортом, а в некоторые даже, наверное, на максималочках по типу стендов, там Critical Ops, Free Fire, PUBG, New State, наверное, даже пойдет. Мне кажется, тут будут открыты высокие настройки, но в любом случае на низких при максимальном FPS можно будет катать часами. Плюс ко всему, смартфон сам по себе большой, а значит, теплораспределение тут будет реализовано более грамотно, ну, за счет вот этого здоровья корпуса, пока он прогреется, то есть играть можно очень и очень долго. Плюс ко всему тут еще 6000 мАч батарейка, которая держит очень и очень хорошо в паре 60 герцовым Full HD AMOLED дисплеем. То есть, чем больше темных оттенков на экране, тем, собственно, меньше пикселей горит, а значит, он более экономичный. Ну, это во всех AMOLED такое
у нас практикуется. Ну и, ребятки, если данный ролик с вашей легкой руки набирает 1111 больших пальцев вверх, я отправляю нашего сегодняшнего героя на нашу зубодробильную битву в играх с FPS, с нагревом, с тротлингом, все по канонам жанра, распилим его. В общем, посмотрим, на что же он действительно способен, так сказать, не только в синтетике, потому что в синтетике все плюс-минус адекватно, но и в реальных играх. Та-дам, ребят, собственно, добрались мы и до музыкальной паузы. Сейчас пришло время послушать нашего сегодняшнего героя. Для этого отправляемся в папку «Файлы». Так, попутно смотрим, сколько у нас свободного места. 243 гига это сейчас. То есть я уже накидал сюда музыки, поставил сюда тестовые программы, подтянул уже кое-какие игры для тестов и так далее. Всего по умолчанию было в районе 248 гигов. Это вообще просто какая-то жесть. Плюс ко всему у нас есть еще и не совсем отдельный, опять же, комбинированный слот под карточку памяти стандарта microSD. И он читает до 256 гигов. Тоже сейчас ставил, проверял. То есть в купе, в целом, можно организовать 512 гигов памяти. И я просто не знаю, для чего. Как их забить тут? Так, тесты. Сейчас посмотрим, что у нас тут сегодня. Давайте-ка мы запустим вот этот трек. Громкость на максимум. Однозначно громко. Бедные соседи. О, кстати, низы есть. Но динамик только один. Не, в целом звук хороший. Для подобной защищенки. Ой. Громкий, можно слышать, я думаю, даже настройки его будет без проблем. Неотвратный звук, такой средненький, со знаком плюс, вот так вот, то есть не супер для аудиофилов, но неплохо просто. Итак, дорогие друзья, собственно, добрались мы и до камер нашего сегодняшнего героя. Ну а Dugi V20, флагманский смартфон компании Dugi, оснастили таким наборчиком. Фронталочка у нас идет тут на 16 мегапикселей, ну а задняя может похвастаться основным сенсором на 64 мегапикселя. Далее есть ширик на 8 мегапикселей, если мне не изменяет память. Ну и, собственно, у нас тут еще, ребятки, есть 20-мегапиксельный ночной объектив, то есть для съемки в кромешной темноте с ночным видением. Тут же у нас вспышка, состоящая из 4 диодов, но по факту для фото работают только нижние 2, а вот эти 2 это инфракрасные фонарики, которые позволяют, ну, вы их в обычном режиме не видите, но во время ночной съемки они будут помогать, собственно, видеть в кромешной темноте. Опять же, они будут светиться, вы их видеть не будете, но камера их видеть будет. Ну и, собственно, есть еще и направленный микрофон. В целом, довольно-таки неплохой задел, опять же, с учетом того, что это у нас не какой-то там камерафон флагман, а заряженный броневик флагман. Итак, перейдем на настройки камеры. Тут, в принципе, опять же, ничего такого специфичного нет. Есть широкий угол и возврат на обычный угол. Так, ночной режим. Переключение на видео. Смартфон может писать и видео в ночном режиме. Обычный режим видео с максимальной, получается, максимальное качество записи видео 2K 30 кадров в секунду. Есть Full HD еще и HD, ну и VGA, ну я не знаю, кому вообще нужно. А в 4K, к сожалению, смартфончик писать не может, ну 2K есть, и, как говорится, на этом спасибо. Есть красота лица, конечно же, очень нужно для тех, кто покупает такие смартфоны. Режим портрета, Ultra HD это макро режим. И больше. Тут, собственно, Pro, ночь, замедленная съемка, QR-код, ускоренная съемка, панорама и так далее. Ну, получается, что наборчик по функционалу довольно-таки неплохой, так что я беру его, собственно, за пазуху, его ближайших конкурентов, хотя в целом, наверное, вот с чем же его сравнить, ребятки? Ладно, сейчас поищу кого-нибудь из подобных, собственно, зверюк и выйду на улицу и посмотрю, кто же из них действительно фоткает и снимает лучше.
тест записи видеокамеры смартфона Doogie V20. Запись ведется в максимальном 2K разрешении, так его назвал производитель, но мне кажется, это все же ближе к 2,5K, потому что тут запись ведется 2560 на 1440 точек. Что касается кадровки, то это, опять же, стандартные 30 кадров в секунду, ну а так, в целом, качество записи видео вполне себе неплохое, ребят. А что еще хочу отметить, то что, ну, скорее всего, тут нет никакой системы стабилизации, идем прогулочным шагом обычным, смартфон держу в одной руке для усложнения задачи, и вот такая вот у нас, ребят, картинка получается. Так, давайте-ка, наверное, еще пробежимся до елки по-быстренькому и снимем, ну, запечатлим, как у нас работает система автоматической фокусировки на макро. Так, давай-ка. Ага, есть. На горизонт. Еще раз макро. И еще раз на горизонт. Тест записи видеокамеры смартфона Doogie V20 в кромешной темноте. Так, что у нас получается? Ну, если сравнить изображение с обычной камерой и с камерой ночного видения, то, конечно же, разница будет колоссальная. Сейчас я поделил экран пополам, и вы видите, собственно, съемку непосредственно на ночное видение и без него. Качество записи видео, если на обычную камеру, ну, тут, как я уже говорил, это 2K получается, а если на камеру ночного видения, то тогда только 720p, но в целом, я не скажу, что качество как-то сильно страдает, в любом случае, это намного лучше и как в плане детализации, так и видимости объектов, чем съемка на обычную камеру, даже если бы она записывала в 4K разрешении, толку от этого в таких условиях, конечно же, особо не было. Ну и, собственно, вот так у нас снимает камера ночного видения. Еще раз всем привет, дорогие друзья, сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя, и тут запись ведется по максимуму, это только Full HD 30 кадров в секунду. Но в целом качество записи видео, опять же, вполне себе приемлемо, единственное, что тут по-прежнему у нас не появилась система стабилизации, в всяком случае на дисплее смартфона я не вижу, чтобы она как-то работала. Но я надеюсь, стаб завезут данное устройство в будущем, тем более 700 и Dimensity позволяет работать с системой цифровой стабилизации, так что все еще может быть. Ну и, ребятушки, вот так у нас снимает передняя камера Doogie V20. Итак, мои дорогие друзья, на этой ноте, думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать ролики о подобных интересных новинках, а также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там же я публикую фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование, ну и там по совместительству я также устраиваю голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч!